Теперь проверить свое здоровье видновчане могут по выходным в парке Опаренки. С 10 до 15 часов там работает выездная диспансеризация. Иван Никандрович, пенсионер, в парке оказался в субботнее утро не случайно. Знал, что можно будет пройти диспансеризацию. Приехал вместе с супругой. Говорит, возможность хорошая, чего же упускать? Все время надо следить, не только в каком-то возрасте. Если молодой, все равно надо следить за своим здоровьем. Каждый желающий может проверить свое здоровье, сделать электрокардиограмму, измерить рост, вес, артериальное и внутриглазное давление, сдать кровь на общий анализ, узнать уровень сахара и холестерина. После проведения исследования врачи определят группу здоровья и при необходимости пригласят пациентов на более углубленную диагностику. Все результаты обследования придут в личный кабинет пациента на госуслугах. Ожидаем разное население. Те, кто работает в будний день, в принципе, могут прийти также в субботу-воскресенье сдать. Так как здесь парк, многие люди просто гуляют, могут по пути прийти и сдать все сразу. Предварительная запись не требуется. С собой необходимо иметь полис ОМС, СНИЛС и паспорт. Здесь же можно пройти вакцинацию от COVID-19 или сделать повторную прививку.